культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» стартовал суперфинал 23-го ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йылдызлык». В этот раз он посвящен Году национальных культур и традиций, что откликается миссия фестиваля – взрастить новое здоровое творческое поколение на благо нашей страны. Младшие группы пока представляют народную хореографию в большей степени. Но так как фестиваль все-таки эстрадный, тут интерес, вот мне, например, очень интересно, как именно в эстрадном стиле представляются народные традиции. В этом году количество участников превысило 60 тысяч человек. В суперфинал прошли около 5 тысяч участников. Все это талантливые дети и молодые люди от 5 до 21 года, которые уже знают, что такое честь, совесть и патриотизм. Благодаря Году национальных культур и традиций, зрители и жюри фестиваля наблюдают намного больше национальных песен и танцев, которые еще не представляли на фестивале. По ощущениям нельзя сказать, я же не жюри, я танцевала. Конечно, были и минусы, и плюсы. Кто-то старался, кто-то нервничал, и из-за этого произошли некие ошибки, но все равно мы старались. Впереди ребят ждет гала-концерт и награждение победителей, но на этом деятельность фестиваля не заканчивается. Летом для лауреатов и победителей будет организована творческая смена на море, а позже их ждут выступления на лучших эстрадных площадках Татарстана. Кроме подарков, дети получают государственную стипендию РАИС Республики Татарстан и возможность поступить в лучшие творческие вузы страны. Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.